Когда мне говорят, что нельзя искоренить пиратство или нельзя, скажем, вычистить этих пиратов и убрать их из нашей жизни, это все чушь собачья. Или это легко и осуществимо, так же, как можно вычистить интернет или, там, скажем, перекрыть все каналы производства вот этих всех пиратской продукции. Почему я так говорю? Потому что, ну, сама проблема, в общем-то, она вся на виду. Все они здесь, все это читается. Отследить их элементарно. И когда мне говорит иностранный какой-то, там, скажем, музыкант, что я произвожу вот этот компакт и с него живу, производство 2 доллара, продажа 15, вилочки в 13 мне хватает, то я тоже произвожу компакты, но он продается на горбушке за 2 доллара. Вот это вот перекос, вот этот диссонанс не дает возможности работать всем в нормальном режиме. Конечно, это надо делать, причем надо это было делать позавчера и позапозавчера. Я думаю, что это все реально осуществимо, были бы для этого определенные рычаги. Ну, рычаги найдутся, было бы желание, скорее всего.